Мария вернулась с любовного свидания, и у нее сразу испортилось настроение. Только что она была в объятиях сильного мужчины, а дома ее ждал муж в кухонном фартуке. Я и в квартире убрался, пока тебя не было. Так что на выходные мы свободны. Рванем куда-нибудь, а? Илья Тимофеев, 35 лет. Старший инженер в строительной компании. Муж Марии. Ужин при свечах? А по какому случаю банкет? Мария Тимофеева, 32 года, бухгалтер, замужем. Сегодня мы с тобой отмечаем удачно сделанный проект. Всей нашей команде выписали премию. Машуль, не порть аппетит. У меня такое блюдо, пальчики оближешь. Мой руки, садись скорей. Я тебя, конечно, поздравляю. Но ты бы по такому случаю хотя бы фартук снял. А то ведь совсем на бабу похож. Никакой романтики, никакие свечи не помогут. Маш, ну зачем ты так? Вот мне сейчас хочется доползти до ванной и лечь спать. А тут ты со своими дурацкими сюрпризами в этом идиотском фартуке. Маш, ну извини, не подумал. Конечно, я все понимаю. Это очень хорошо, что у меня хозяйственный муж. Очень. Но всему есть предел. Ты посмотри на себя. Ну ты уже на бабу похож. Все, извини, я устала. Спокойной ночи. Мы с Ильей живем уже 3 года. У нас все хорошо, он меня очень любит. Все для меня делает, а меня это раздражает. Буквально все раздражает. Ну, насколько я понимаю, все от вас раздражало не всегда, иначе вы бы за него и замуж не вышли. А когда раздражать начало? Дело в том, что у меня появился мужчина. Он такой сильный, волевой. Я рядом с ним чувствую себя женщиной, а не куклой, с которой надо пыль сдувать. Он настоящий мачо. Я очень боюсь его потерять. Но от мужа вы все-таки не уходите. Но мне его жалко. Он же меня любит. И потом я как представлю, когда я все это ему скажу. Знаете, мне почему-то всегда кажется, что женщины сильно преувеличивают свою значимость для мужчины. Но согласитесь, это преувеличение, что он без вас пропадет, если вы уйдете. Он же как-то жил, пока вас не встретил, верно? Нет, он, конечно же, без меня не пропадет. Он человек образованный. Он и по дому все делает, и мужские дела, и женские. Мне это удобно. Но вот во всем этом он как будто бы не мужчина, понимаете? Ну, не могу сказать, чтобы я с вами была согласна. Мне кажется, что только очень сильный человек может позволить себе вести себя как слабый и не бояться при этом, что его слабым сочтут. Ну да ладно. Но правильно ли я услышала, что вы не уходите от мужа, потому как боитесь, что ваш великий любовник не сможет быть хорошим мужем? Да вы что? Я же вам говорю, он настоящий мужчина. Это с работы. Алло, Антон, я тебе перезвоню. Что? Какой еще Антон? Евгений Передвижников, 36 лет. Любовник Марии, начальник смены в частном охранном агентстве. Не женат. Слушай, если у тебя есть кто-нибудь, так мне и скажи. Женька, ты такой ревнивый. А знаешь, мне это даже нравится. Ты настоящий мужчина. Ну что ты так шумишь из-за какого-то звонка? Да, это наш новый сотрудник Антон. Он просто не может найти накладные. Ну ладно, так и быть. Но я на самом деле тебя ревную, особенно к твоему мужу. Слушай, нужно решать проблему. Нужно поговорить с твоим Ильей, все ему рассказать. А давай прямо сейчас. Разводись ты с ним. Переезжай ко мне жить. Жень, всему свое время. Ну, пойдем? Хорошо. Ну, пойдем. Муж меня никогда не ревновал. А это, оказывается, так приятно. Ну, конечно. Любой женщине приятно, когда к ней относятся как к вещи, которая должна принадлежать только одному хозяину, правда? Почему как к вещи? Просто Женя не хочет меня ни с кем делить. А в чем, собственно, разница? Мария решила не спешить с разводом, но продолжала встречаться с Евгением. Иди домой, и все, уже пора. Мария,
В чем дело? Это как понимать? Так, как видишь. Мы с Марией любим друг друга. Она тебе больше не принадлежит. Мария моя женщина. Мария, я требую объяснений. Ты моя жена, в конце концов. Что здесь делает этот хам? Ты, Женя, ты что? Пусти, мы с ним должны разобраться. Илья, ты что? Я никому не позволю на тебя орать и себя оскорблять. Все. Тем более таким. Все, Женя, я прошу тебя, уезжай. Илья, пойдем домой. Женя, уезжай. Все, все, хватит, успокойся, все. Объясни лучше, почему? Я же тебя боготворил. Все делал для того, чтобы ты была счастлива. Да надоел ты мне со своими обедами и ужинами. Я встретила настоящего мужчину, а не подай принеси. Маша, о чем ты? Неужели ты не видишь, что он грубый громила, а не мужчина? Маша, я не верю, что такая женщина, как ты, могла полюбить его. Опомнись. Наконец-то ты мне хоть чуть-чуть стал напоминать мужчину. Повысил голос. В этом есть и положительные моменты. Машунь, я понимаю тебя. С годами теряется ощущение новизны. Что-то уходит. Но у нас семья. Зачем рушить ее? Мне одна девушка на работе симпатичные глазки строит, а я делаю вид, что не замечаю. А зря? Зря? Да кому ты такой нужен? Интеллигент в очках. Тем более, что жилья-то своего нет. Я знаю, могла бы и не напоминать об этом. Очки я могу и не носить. На следующий день Мария вернулась с работы домой в полной уверенности, что Илья собрал вещи и ушел. Маша, я понял свою ошибку. Я мало тебя любил. Ты заслуживаешь большего. Предлагаю начать жизнь с чистого листа. Давай забудем про измену. Ты это серьезно? Ты понимаешь, что ты сейчас показал себя тряпкой? Тебе жена изменила, а ты ей цветочки? Как противно рядом с тобой находиться. Ты еще пожалеешь о своем решении. Нет, не пожалею. А начну жизнь заново, с настоящим мужиком. В этот же вечер Мария позвонила Евгению и сказала, что уходит от мужа. Я ничего не забыла. Да все ты правильно сделала. Молодец. Все, успокойся. Так давно нужно было поступить. Только я не понимаю, почему ты его в квартире оставила. Это ж твоя квартира. Женя, все потом. Все потом. Противно с ним под одной крышей находиться, понимаешь? Понимаю, но... Женя, сейчас мне хочется все забыть. Ну, тогда пойдем. Мария была счастлива. Уже 2 недели она жила с мужчиной своей мечты и вспоминала время, проведенное с мужем, как досадное недоразумение. А я ничего не готовила. Весь день отсыпалась. Я с 5 утра на ногах. Весь день бегаю. Ну, неужели так сложно встать за полчаса до моего прихода и что-нибудь приготовить? Ты же знаешь, я когда голодный, зверею. Ну, не злись, пожалуйста. Детектив интересный попался. Сейчас я тебе котлеты пожарю. Подожди, опять полуфабрикаты замороженные есть? Ну, а почему бы и нет? Это и вкусно, и быстро. Мария, возьми себя в руки. Ну, неужели сложно приготовить нормальной домашней еды? Я уже не говорю про бардак в комнате. Я когда в холостяках ходил, у меня и то чище было. А Илья меня никогда не упрекал. И он мне завтрак в постель приносил. А ты со мной как с прислугой. Жрать, пить, пылесосить. Я тоже человек и имею право на отдых. Не надо мне про твоего благоверного. Не смей меня сравнивать с этой бабой. Завтрак в постель. То-то ты от него убежала.
Так встала и пошла готовить мне ужин. Мужчина с работы вернулся. Значит так, не надо мне приказывать и не надо на меня орать. Голодный? В чем проблема? Пошел и приготовил. Прекрати истерику. Я мужик и не позволю, чтобы со мной так разговаривали. А если что-то не нравится, иди к своему Илье. Ты меня ударил? Да. Меня? Марию Тимофееву раздражала чрезмерная забота и мягкость характера ее мужа Ильи. Новый возлюбленный Марии Евгений казался ей полной противоположностью супругу. Однажды Илья застал Марию с любовником и потребовал объяснений, но в ответ Евгений ударил его. Дома Мария заявила, что уходит от мужа, и вскоре переехала к Евгению. Через некоторое время Мария стала замечать, что ее возлюбленный обращается с ней как с домработницей. После очередной ссоры Евгений ударил Марию. Ты с вещами? Так быстро? Неужели не сложилось с идеальным мачо? Илюша, ты оказался прав. Он простой грубиян. Обращался со мной как с прислугой. Потом еще и ударил меня. Что ж, я предупреждал, с кем ты связалась. Обещаю, что скоро освобожу квартиру. Как только сослуживец съедет по контракту за границу, сразу перейду к нему. Потерпишь? Тебя никто не гонит. Ты сейчас не об этом. Давай пока не будем об этом говорить. После возвращения домой Мария старалась вести себя, как ни в чем не бывало. Привет. Здравствуй. А что читаем? А что у нас на ужин? А то ужасно хочется есть. Я ничего не готовил. Ну, как это так? Обычно ты... Неужели ты думаешь, что после всего того, что произошло, я буду тебя обслуживать? Милая, хватит с меня и уборок, и готовок, и стирок. Позаботься о себе сама. Я все понимаю. Я просто думала, ну, может, по старой памяти. Все-таки под одной крышей живем. Мы теперь просто соседи. Мария очень надеялась, что со временем муж ее простит, и у них наладятся отношения. Илья? Привет. А что все это значит? Маша, познакомься. Это Анастасия, моя коллега по работе. Я тебе о ней рассказывал. Здравствуйте, приятно познакомиться. Анастасия Муравлева, 28 лет. Инженер-проектировщик, не замужем. Мы работаем с Ильей вместе уже много лет. Настя, это моя бывшая жена Маша. И Илья, и что, вот так спокойно, бывшая? А почему я должен нервничать? Разве что-то не так? Нет, все нормально. Просто я не ожидала тебя здесь увидеть, при том, что ни одного. Простите, мы пойдем, нам пора. Всего хорошего. Представляете, теперь Илья согласен на развод. Я же ему все объяснила, это было просто ошибкой. А что было ошибкой? Вы ведь не просто рассказывали мужу про вашу страстную любовь к Евгению. Вы ведь еще и говорили Илье, что он не мужик, рохля, что он никому, кроме вас, не нужен. Вот почему ваш муж должен вдруг решить, что все это тоже было ошибкой? Ну, я это говорила сгоряча. На контрасте.
Ну, знаете, если на контрасте можно начать видеть мужа вот таким вот никчемным насекомым, то можно ли предположить, что у вас к нему есть хоть какие-то нежные чувства? Мне же с ним хорошо было. Ну да. Так хорошо, что каждое его действие только подтверждало для вас его немужественность и рыхлевидность. Мария решила, что должна бороться за мужа и вернуть его любовь. Маша, привет. О, с чего бы это? У тебя праздник? Да нет, просто решила приготовить ужин. Порадовать тебя, как ты меня когда-то. А ты попробуй, это очень вкусно, правда-правда. Хорошо, значит, умеешь готовить, когда захочешь. Ну, у меня все равно так хорошо, как у тебя, не получится. Ты попробуй, скажи, может быть, что-то не так. Спасибо, в другой раз. Я ужинал в ресторане, стоит по горло. Да ты что? Что же мне теперь все это выбрасывать? Зачем? В другой раз съешь. Я, пожалуй, пойду спать. Завтра трудный день. Спокойной ночи. Со временем Мария поняла, что муж не хочет налаживать отношения, и смирилась с этой мыслью. Да хоть в кино. Все, пока, котик, я перезвоню тебе. Ты какая-то бледная. Что-то случилось? Нет, ничего. Просто сердце бьется бешеное. Может, волокординчика выпьешь? Принести? Нет, я и так его целыми днями пью. Мне что-то не помогает. Ой! Маша, держись. Держись. Я сейчас скорую вызову. Скорая? Да. Кто бы мог подумать, что проблемы с сердцем могут начаться из-за щитовидной железы. Маш, не переживай. Главное, диагноз поставили. Теперь хоть понятно, что да, как лечить. Мне от этого не легче. И потом легко сказать. Нужен покой и продолжительное лечение. У меня такая слабость. А как я работать? На что я жить-то буду? Да не думай сейчас об этом. Лечись спокойно, не торопись. А я буду рядом, пока ты не поправишься. Это правда? Маш, ну я тебя хоть раз подводил. Настраивайся на выздоровление. Мария проходила курс лечения, а Илья, как прежде, заботился о ней. Ей показалось, что отношения наладились, и она была счастлива. Хорошо, что ты проснулась. Ужин готов. Нет, Илюш, я не буду. Я и так растолстею на этих гормонах. Глупая. Тебе полноценное питание сейчас необходимо. Вставай. Что бы я без тебя делала? Илюш, прости меня за все. Я так рада, что мы опять вместе. Ты для меня так же готовишь ужин. Если бы все так было просто. Ну, что значит просто? Не волнуйся. Забудь. Маша, здравствуйте. Можно мне войти? Поговорить с вами хочу. Я не отниму у вас много времени. Тем более Илья скоро вернется. Вы даже знаете, во сколько он вернется? Может быть, вы знаете и куда он пошел? Да, его на объект вызвали. Маша, я очень давно люблю Илью и много лет ждала с ним нашего сближения. Я знаю, знаю. Илья мне рассказывал, как вы за ним бегали. Понимаете, у нас не просто роман. Да что вы. А вам известно, что мы с Ильей даже не разводились? Да, разбегались. Но в семьях всякое бывает. Зря вы так, Маш. Илья очень ответственный человек и не хочет вас огорчать, пока вы болеете. Но обстоятельства изменились. Я беременна. И очень прошу вас, как женщина женщину, отпустите его.
Такого не может быть. А, ты нарочно все это придумала, чтобы забрать у меня Илью, да? А он мне рассказывал. Да, рассказывал, как ты строила ему глазки женатому. Но ты не дождешься. Он мой муж, а я больна. А мне нужны забота и уход. Пошла вон отсюда. Новый возлюбленный Евгений казался Марии полной противоположностью ее чрезмерно заботливому мужу. Она заявила, что Илья, занимаясь домашним хозяйством, мало напоминает ей мужчину, и ушла к своему любовнику Евгению. Через некоторое время Мария стала замечать, что ее возлюбленный стал грубо обращаться с ней. После очередной ссоры Евгений ударил Марию, и она ушла от него. Вернувшись домой, Мария надеялась помириться с мужем, но оказалось, что у Ильи роман с коллегой по работе Анастасией. Все попытки Марии вернуть мужа результаты не принесли, а вскоре Мария серьезно заболела, и Илья стал заботиться о ней, как прежде. Теперь ей казалось, что их отношения наладились, но через несколько дней к Марии пришла Анастасия и заявила, что беременна от Ильи. Я не знаю, что мне делать. Эта Анастасия появилась, можно сказать, на пустом месте. Она что, действительно думает, что Илья так внезапно взял и полюбил ее, да? А теперь, пожалуйста, ребенок. А даже если он ее не полюбил? Вот допустим даже, что он продолжает любить вас. Ну, просто жить с вами не хочет. Как-то так? Не хотеть жить с женщиной, которую любишь? Да запросто. Ведь для того, чтобы вместе жить, одной любви, извините, мало. Тем более односторонней. Тут же еще и уважение друг к другу требуется, и обоюдная способность договариваться, много чего еще. Вы хотите сказать... У нас с ним ничего не получится? Пока вами движет уязвленное самолюбие и тоска по утраченным бытовым удобствам, боюсь, не получится. Нет, конечно, если вы внезапно решите что-нибудь изменить в самой себе. Мария решила объясниться с Ильей. Привет. Ты как себя чувствуешь? Таблетки пила? Илья, а я все знаю про беременность Насти. Что ты собираешься делать? Я останусь с тобой, пока тебе требуется моя помощь. Не могу же я оставить тебя в беспомощном состоянии. А как же Настя? Я уйду к ней. Только ты встанешь на ноги. Значит, ты ко мне, кроме жалости, больше ничего не испытываешь? Маша, почему теперь эти разговоры о чувствах? Марии стало намного лучше, но она решила притвориться больной, чтобы удержать Илью. Маш, ну как ты? Ничего? Да вроде ничего. Идем ужинать? Пойдем, помоги мне. Спасибо. Настя? Да, дома. Илья! Илья, мне опять плохо. Настя, я перезвоню. Маша, приступ. Что с тобой? Не знаю, голова кружится. Ну, давай я тебе ужин сюда принесу. Хочешь? Давай. Ребенок на сохранении. Диктуй адрес и что привезти. Я прямо с утра прибегу. Я люблю тебя. Ну почему ты у меня такая рохля? Чем я опять тебе не угодил?
Почему ты не борешься за свое счастье? Не понимаю. Предлагаешь бросить тебя больную? Это не ты меня бросаешь. Это я тебя выгоняю. На самом деле я практически здорова. Решила разыграть болезнь для того, чтобы тебя удержать. Я знаю. Я знаю, и сейчас мне очень стыдно. Иди к Насте. Она действительно тебя любит и очень в тебе нуждается. Уходи немедленно. Вечная женская история. Мечтать о сильном мужчине, даже не пытаясь понять, а что это, собственно говоря, такое сильный мужчина. Ну, во всяком случае, примерно так жила Мария из нашей истории. Но ведь силу можно понимать очень по-разному. Ну, например, что сильнее, это или вот это? Ну, на первый взгляд, вроде бы кажется, что деревянная палочка, она прочнее, больше склонна сохранять свою форму при внешнем воздействии. Понятно, что пластмассовая палочка куда гибче и больше поддается внешнему давлению. Но при усилении этого давления, ну, то есть если кто-то захочет придать вот этой деревянной палочке другую форму, она легко может и сломаться. А пластмассовая палочка кажется намного адаптивнее. И тогда что же сильнее и надежнее? То, что всегда сохраняет одну и ту же форму, а при необходимости принять другую форму, ломается? Или то, что умеет приспосабливаться и не боится быть разным?